Маленькая Эмма наблюдает за тем, как ее мама готовит штрудель. Ну, вы знаете, как надо готовить штрудель: слоеное тесто, раскатать тоненько, положить яблоки, грецкие орехи, завернуть, так, помазать сверху желтком и на противень. Мама кладет штрудель на противень, отрезает кончики с двух сторон и кладет в сторону. Маленькая Эмма спрашивает: мама, а зачем ты отрезаешь у штруделя кончики? Не знаю, говорит мама, так моя мама всегда делала. Эмма пошла к бабушке в соседнюю комнату и говорит: бабушка, скажи мне, ты когда штрудель готовила, ты отрезала кончики? Да, говорит бабушка, а зачем? Ну так моя мама всегда делала. Тогда маленькая Эмма попросила отвезти ее к прабабушке. Прабабушка жила далеко. Все-таки Эмму взяли, отвезли. И она спрашивает: бабуля, скажи, пожалуйста, ты штрудель когда делала, ты отрезала кончики? Отрезала. А зачем ты это делала? Знаешь, деточка, у меня никогда не было большого противня, ответила бабушка. Суть этой байки: думайте головой, а не так, потому что у нас это принято. Bye.